Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялось открытие ведомственного учебного центра, созданного для профессиональной подготовки личного состава. Первая группа слушателей из числа новобранцев таможенной службы приступила к занятиям в этот же день. Задачи по обучению компетентных сотрудников таможенных органов будут решаться в рамках специально созданного структурного подразделения, которое объединит накопленный службой учебный и методический опыт. Такое решение приняло руководство Государственного таможенного комитета в контексте реализации кадровой политики ведомства, что обусловлено прежде всего растущими требованиями к таможенникам в части квалификации и профессионализма. Сегодня правительством и президентом ставятся огромные задачи перед Государственным таможенным комитетом, возлагается огромная обязанность по выполнению тех норм и требований, которые предусмотрены действующим законодательством. Для того, чтобы выполнить все эти требования, выполнить задачи, естественно, нам нужны высококлассные, высококвалифицированные специалисты. Кадры такого уровня в других странах готовят специализированные институты и центры, действующие при таможенных службах. Теперь такой центр есть и в таможенных органах Приднестровья. Свою работу он начал в день открытия с проведения курсов первоначальной подготовки для сотрудников, недавно прибывших на службу. Работа в системе таможенных органов, она обязывает ко многому. И надеюсь, что вы, будучи слушателями, достойно в последующем пройдете, те, кто еще не прошел, испытание по оценке ваших знаний на аттестационной комиссии и станете достойными представителями тех рядов, которые работают в системе таможенных органов. В рамках функционирования учебного центра ГТК планируется также проведение курсов повышения квалификации сотрудников. В качестве преподавателей выступят ведущие специалисты таможенного комитета ПМР, многие из которых прошли обучение и повышение квалификации в Российской таможенной академии.